новом видео вас приветствую. А все потому, что сейчас мы будем делать фотографию в Инстаграм. Я очень надеюсь, что она будет нормальная. Вот, да, в парике. И у этого парика обалденный цвет. И он очень удобный, просто очень удобный. Такое ощущение, как будто я со своими волосами даже не чувствую вообще. Обычно, когда я надеваю парики, меня начинает просто сжать голову так, что хочу побыстрее избавиться. Но этот нормальный. Да, кисонька? Сейчас мы тебя приукрасим. И сейчас поедем с Валерой, наверное, в Мегаторг. Нужно докупить нам несколько вещей в поездку. Я вам не говорила, но сейчас уже говорю, потому что остался все равно один день. В общем, мы завтра улетаем отдыхать. Да. Валере нужно докупить еще вещички. Итак, в общем, вот на столе у меня лежат такие вещички. Я распечатала несколько фотографий с поездки в Одессу. Вот здесь есть фоточки, прям как мы стоим на сцене, фотки с Аленой есть, Валера вот сфотографировала, с Ирой и с Леной когда гуляли, и вот такая вот фоточка, селфи с Женей и с Валерой, в общем. Я это приготовила для того, чтобы приклеить свой смешбук. Я собираюсь сделать разворот о поездке в Одессу, не знаю, я, наверное, покажу его на видео. Также здесь вот чек какой-то лежит, здесь немножечко денежек, я, кстати, хочу на скрепочку приделать, ну, гривны, потому что когда я особо еще гривны в руках подержу, да? И вот билетики с нашего перелета, в общем, я люблю делать такие развороты, и я могу показать, что я примерно делала ранее. Ну, у меня не очень здесь много, сразу говорю, потому что не так много времени, чтобы постоянно сидеть их делать. Вот здесь вот страничка, как у нас было, у нас день рождения Оли, с ночевкой ездили к ней на дачу, небольшой тут поведала. Потом, это просто с прогулки с Валерой, мы заходили в Макдональдс, вот Adventure Time я приклеила вложение с Happy Meal. Если у кого-то будет бомбить там или гореть пукан, пусть он у вас дальше горит, потому что я придерживаюсь мнения, что это не детское занятие. Это такое занятие, их может заниматься абсолютно в любом возрасте человек. И потом, через несколько лет, когда вы все вот это вот смотрите, читаете, очень ностальгия, воспоминания, это прикольно. Здесь вот у меня была страничка о... Боже мой, господи, все вываливается, кошмар. Здесь страничка была 500 тысяч подписчиков у меня на канале. Ну, здесь некоторые не очень заполнены. Вот октябрь запись. Ну, то есть вы видите, как редко я здесь пишу. Вообще не часто про Хэллоуин. Хотелось бы чаще. Надеюсь, что будет у меня время почаще писать. Так что теперь будет про Одессу разворот. И так далее, так далее. Блокнотик это из Accessorize. Я, по-моему, показывала его уже много раз. Купила уже, наверное, года полтора-два назад его. То есть достаточно давно. Мне он прям очень нравится. Вот именно его толщина, размер, странички, качество. Все шикарно. Жалко, что у нас в Владимире Accessorize закрыли. Почему-то он у нас не прижился. У нас в Владимире Accessorize закрыли, наверное, уже полгода назад точно. Он был у нас тоже в Мегаторге. И я, знаете, чувствовала, что вряд ли он у нас продержится. Ну, я не знаю, почему. Там, в принципе, довольно-таки дорого. Но я считаю, что там есть соотношение цены-качество в Accessorize. По крайней мере, у них канцелярия, она очень дорогая. Ну как, не прям пипец очень, но для кого-то очень. Но дорогая. Но при всем при этом у них обалденное качество. То есть вы покупаете за эти деньги не какую-то какашку, но это лично мое мнение, никого не призываю с моей соглашаться. Вы покупаете, тратите достаточно деньги, но вы получаете качество. Поэтому канцелярия в магазине Accessorize, это просто... Я ее обожаю. И вот блокноты оттуда, у меня их 2 или 3. И хочу сказать, что они для меня самые любимые, самые качественные, самые вот какие-то душевные, потому что, я повторюсь, я обожаю этот магазин. И я редко покупаю там, знаете, украшения, какие-то аксессуары и прочее-прочее. Он же, по сути, Accessorize, аксессуары, да? Но я редко там это покупаю. Я захожу посмотреть только канцелярию туда. Вот такая Наталья. Сейчас мы сделали, в общем, фотку. И, по-моему, у меня теперь пятна на щеке, потому что я приклеивала. Но вы можете наблюдать у меня в Инстаграме. Если вы не подписаны у меня в Инстаграме, обязательно заходите, подписывайтесь. Ссылочка в описании этого видео будет. Там Елмфео. Я приклеивала на щечки себе блестящие такие типа румянец. И киски тоже приклеила свои. Вон. Кисонька, вон у нас теперь лежит. Кисы намучили, да, наклеили мне на мордочку. И вот, мучают. Вот, Валера пошел в банк, что-то там деньги, что ли, с карты снять или что-то. Я его жду. Сейчас он придет. Блин, шкаф расхлябанный сзади. Сейчас он придет, мы поедем в Мегаторг. Вот, все. Что происходит-то?
Пошли. Кадры просто, да, вообще классные. Окей. Мы пошли, малыш. Охраняй наш дом. Чё, кадры? Слушай, так это лифт фото. Чего? Нет, там ты еще более придирчивый будешь. Едем Валерию плавки покупать. Плавки по идее, может быть там. Ну, они тебе потом пригодятся по жизни. В курсе. У нас сегодня погодка такая душная очень, да? Наверное, ливанет вечером еще дождик. Так что сейчас затаримся и домой. Видео можешь успею снять. Ну так, мы с Валерой, точнее, я сменила тарифный план, да, или как это называется, МТС. Теперь у меня 4G. Безлимитище. Безлимитище? Называется. То есть, вообще, я видосы смотрю, могу смотреть? По идее. А я, кажется, не снимала. О, отлично, теперь снимаю. Я думала, что я снимаю, а я не снимала. Мы с Валерой зашли в Бершку, и Валера присматривает себе футболочку. Здесь, кстати, скидки сейчас на платье, на всякие, на летние штуку. То есть много всего. Вот, смотри, тут какие бонусы, шорты какие-то висят. Бонусом? Какой размер-то? Посмотри. Хотел себе шортики ярко-синие, да? Ну а что тебя в них смутило? Что тебя в них смутило? Под этим цветом цвет нормальный. Когда я вышел, да, я понял, что они очень синие. Есть фиолетовые, зеленые и синие еще джинсы. Поптигон. Да. Не хочешь взять? Нет, я хотел другие, но там коленки. Валера, я предлагаю тебе брать вот эти. Видишь, тут продуваемое, продуваемое нутро. Попа будет продуваться. Размер. Валера, это очень долго. Покажи, какие. Нормально. Страйт. А там что? Они одинаковые, да? Да? И еще одна. А вот тут покажи. American что-то там. Ну давай, иди, примеряй. Посмотрим, как смотрится. Да. Стой, я из-под подбородка еще. Потому что будут ругать. Здесь нельзя на самом деле снимать. Мы с Валерой идем прикусить, да? Ты что-то разобрался? Да никто не будет говорить, сколько народу что-то сейчас. Взял. Наверное, там девочки помогут. О, вот это вообще, да? Вот эта скорость. Сейчас рубанем салатику и пойдем домой. Валер купил все плавки, но это как шорты больше, не плавки, но Валер в них будет плавать, да? Да. Так что, наконец-то, Валерий одет, я спокойна, и погоним домой. Ну, смотри. Че, ты рада новому интернету? Да я не понимаю пока. А что не понимаю? 4G, какой LTE, а не 4G. Ну, это тоже одно из названий, да. Что там, видосы свои теперь онлайн смотришь? Нет, еще пока не смотрю, но буду. Мы свои буду смотреть, да. Сама свои видосы. Итак, Наташа, короче, съела салат. Салатик. Две картошки. И цезарь ролл. Еще мороженое выпила, и сейчас запивает это все соком. Все палкой. Ну что, нормально просто... тебе? Меня просто спрашивают, какая у тебя особенная, типа, диета. Вот она, диета. Да, я теперь, кстати, со старым Наташиным телефоном хожу. Объясни, почему. Не знаю, мне тот надоел, я хочу с беленьким. У Валеры был черный iPhone. Да. S или как? Ну да. Пятый. И якобы его можно пока что продать подороже, потому что он новее. А эти уже никому не нужны. А просто пятый якобы, да, ну, просто так можно. За 5000 максимум. Да? Ну, не, ну можно и да. Илья сказал, что за десятку можно его продать. Вот за сколько уйдет мой белый? Ну, Илья сказал за десятку. Ну, он еще хороший вообще. Да не, что за десятку, это халява. Что-то сегодня здесь вообще народу дофига просто. Все сидят. Все. Расскажи, что сегодня... Мы не попробовали вот этот. Тот не пахло. Попробуем что-нибудь другое. Что там сегодня это, раздают на халяву вату, что ли? Да, у нас что-то там какая-то толпища прям. Приготовки какая-то акция, что ли. Я не знаю, какая, но на первом этаже народ стоит и очень здоровая. Там вату, то ли продают, то ли выдают. Мне кажется, что просто так выдают. Слишком много, потому что народу. Да, потому что что, люди покрывают, что ли? Нет, никак. А ты к ней пойдешь? Не. Почему? Да надо уже домой наваливать. Надо еще в Ашан зайти. Это система дичайшая, просто оплаты на кассу. А ты можешь своим прозрачным портфелем просто так ходить. А я его не буду упаковывать. Я что, совсем шизанутая. И, кстати, нужно какой-нибудь купить крем для загара. Дома, конечно, лежит, но я боюсь, что я не найду. Так что надо взять.
Все, в общем, сняли мы с Валерием Леонидовичем видео. Одно. Вот Леонидович тут сидит. Нет. Одно из скольки? Одно из пяти задумано. Да. Но я очень рассчитываю, что у нас будет нормальный интернет там, в общем, номер, что я смогу там что-то снять еще, смонтировать и выложить. Вот, и если, конечно, там не будет, смотри, у нас все равно есть возможность снять, есть возможность меня смонтировать, а вот выложить, не знаю, а вот выложить, не знаю, но если, например, будет там не очень с Wi-Fi, то... Что ты будешь снимать там? Я хотела снять вкусняшки, пробовать там, из магазинов и местных, например. Ну, вот что-то типа такого. Может, 50 фактов обо мне, ну, что-то такое. Вот, если, в общем, будет не очень Wi-Fi, то надо запомнить, в какой кафешке он очень. И когда у меня все смонтировано и отрендерено, идти в эту кафешку, заказывать что-нибудь поесть и садиться загружать видос. Да? Хорошая, в общем, система. Очень, очень хорошая. Так что вылет у нас в 1:10, да? Эти палочки ароматные. Вот эта палочка у тебя Дали спросила. Все, я свой чемодан собрала. Вон он лежит. Валерин вон стоит. Сейчас Валера тоже будет. Займешься сейчас, да? Да, попозже. Что будет в твоем чемодане? В моем? Да. Футболки, штатив. Еще. А, полотенце можно к тебе положить, да? Ну да. Вот, все, будем дальше собираться. Позже, может, что-нибудь еще сниму. Вообще, уже спать, кстати, охота. Можешь попробовать спать пораньше лечь? Попробовать хотя бы. Итак, в общем, наш с Валерой вечер завершился вот так. Нам очень-очень рано вставать, в 6 на электричку в Москву. И на ночь глядя происходит вот такая жесть. Еще поставила чаек, сейчас зеленого чайка попьем. Вот, я поставлю загрузку видео. Сделала обложку и ложусь спать. Поэтому увидимся с вами скоро. Всем пока!